Итак, я в городе Вуарон. Вот иду пешочком до центра. Этот город находится в горах, так что я думаю, он уже немножко другой, чуть-чуть другая Франция. Вот здесь ребята, видите, как активно работают. Точнее, даже ни хера не делают. Вот так вот, работники такие. Целых, блин, 6 человек. Вот, разболтались с чуваком. Такие тут крутые работники стоят, в носу ковыряются, говорится. Работать надо. Почасовая работа тут у них и бешено оплачивается. Они стоят ля-ля. Вот так работают французы. Асфальт делают. Я уже последнего Сюрмер, по-моему, назывался город, я уж не помню даже. Сам он Сюрмер. Уже уехал где-то за 300. Уже еду по горной Франции. Следующий город будет Гренобль. Так что покажу немножко чуть-чуть другую Францию. Так, красный. Такие дома стоят новые, свежие. Как жить в горах, интересно, тут так зеленый нам. Отлично. А, Шалон-Сюрсон назывался последний город. Так, красный. Ладно. Перейдем. Кнопки здесь нету. Зеленый. Он меня видит и включается. Классно. Ну-ка, что там у нас? А, вот здесь какой-то красивый парк. Видите, как классный такой. Опа-па. Вон даже, видите, прудик есть. Такой отличный. Вон, а. Ого. Ну, ладно, мы в парк уж не пойдем, наверное. Погоду немножко погуляем. Вот знакомлюсь с другой Францией. Отель, видите, то ли 95 евро или что такое 0,95, даже не знаю. Кирьянт Хотель, ценник, наверное, 95 евро стоит в сутки. Блин, цены какие, конечно, пипец в городе. Но я, правда, находил там подешевле, можно за 30-40 найти, но пока я не вижу смысла больно. Пока у меня силы есть, конечно, усталость будет, понятно, но я думаю, сегодня я уже, может, доеду до Ниццы. Да, очень красивый парк. Смотрите. Вот такой. Прям симпатичненький. Вот маленькие городочки, чем они интересны. Здесь такой суеты нету. Конечно, может, здесь скучно становится через какое-то время. Ну, все ко всему привыкают. Такой прикольный. Он здесь что-то продается. Да-да-да, эти здесь мороженое продается. Модные такие у них. Вот мы уже почти в центре.
Так, кнопочки нету. Угу. В общем, что-то мне напоминает даже и Испанию, и Италию. Все примерно похоже. Эти горные городочки. Уютненькое, маленькое все. Ну, прикольная машинка такая. Интересная. Такой уборочный вариант. Они с утра пенсионеры пьют кофеек. Молодежь, наверное, на работе. Остальные пьют кофеек. Вот так. Вот он центр. Прогулочная улочка такая. Сейчас мы пройдемся по ней. Ну как красиво смотрится этот шпиль. Или красивый какой храм интересный. Это наверху особенно классно. Какой-то французский стиль такой.
там центральная площадь, в принципе. Вот весь центр. Вот он такой. Соборчик красивый. Опа-па. Видите, все в горах. Вон там вон, гора уже за ним прям видна. Красивая. И, в общем-то, вот такая Франция горная. Все. Пойдемте по этой центральной уличке. Сейчас прогуляемся. И пойдем в сторону машины уже. Поедем в Гренобль. Такой небольшой центр. Ну, народ ходит, бегает. Тут Франция, во Франции оформляют бумажки очень долго, ну как надо и во всех странах чаще всего. Поэтому здесь можно ходить за какими-то документами. Подолгу стоять, смотреть. О, какой магазинчик классный. Знаете, какая выделка тут. О, такие частные магазинчики прикольные. Уютный городок. Я все, я думаю, они такие уютные. Уже стрелочка пошла. Гренобль.
патиссерия. Заново привыкаю к Франции. Такие вот дворики. Висят. Так, что у них тут есть-то? Бонжур. Это ценники, конечно, дорогие. В Лидле все дешевле. 95 центов. Понял. Ценник здесь такой хороший. Круассанчик имеется в виду. Все. Для каких-то булочных изделий идеальный вариант для меня — это только Лидл и Альди. Маленький какой-то пироженка здесь стоит 2,70 евро, 2,80, хотя думаю, в России тот же самый примерно. Вот, видите, так я думаю, что это отель на двух персон, как я понял, 95 евро ценник. Хотя он ничего из себя такого не представляет, обычный скромненький отельчик. Ну, правда, пальмы стоят, конечно, да, пальмы. Понятно, пальмы. До моря еще 400 километров, но пальмы стоят. Бонжур. Уже приближаемся к машине.
Ребята заработали. Видно, перекурили. Вон они как кабеля проходят. Колас называется, то ли фирма Колас. То ли асфальт делают, так называется. Прикольно какие-то. Не пойму даже, что это. Это вот место, как понял, тут для собачек. Смотрите, как. Канисетти. Собачка нарисована. Вот это, как я понял, берется для того, чтобы этот пакетик, видно, забрать. Какашечки для собачки, как я понимаю. Да, видите, как пакетик взять здесь. Раз. Вот прям сюда засовываешь, пакетик берешь. И туда его кладешь. Прикольно, конечно. Место для собачек. Все продумано. Французы любят собачки. Ну, как, наверное, и испанцы, и немцы. Так. Тут уже виднеется моя машинка. Вот такие вот домики обычные. Это в нетуристическом райончике. Бабушки любят собачек. Побежал. Вот, видите, обычная парковка. Вот куда я ставлю машину. Вот так вот дохожу паркинг. Через парк Фонай даже проще. Видите, вот бесплатная стояночка. Вот моя машинка стоит. Видите, все четенько. Я тут один стою, думаю, на русских номерах. Вот, проканулся. И сейчас поедем. Прогулялся. Вот обычная парковка. Вот в таких городах, видите, удобно как. Поставил. И все, никому ничего не мешает. О. Вон как. И все, друзья. Все, всем хорошего дня.